шанс. В минувшее воскресенье на сцену Дома Москвы вышли участники нового музыкального конкурса «Балтийские таланты». О том, кто придет на смену нынешним звездам эстрады, в репортаже нашего корреспондента Татьяны Коваленко. Зрители в ожидании, когда откроются двери зала, а юные конкурсанты даже в последние минуты перед выходом на сцену не прекращают репетировать. Закулисная суматоха, концерты, фестивали – эти многие маленькие артисты живут уже не один год. Конкурс «Балтийские таланты» – еще одна ступень в их жизни, которая, возможно, поднимет на призовое место и обратит на них внимание известных музыкантов и продюсеров. Я уже занимаюсь 6 лет вокалом. Конкурсов у меня было немерено. Но я так особо не побеждала. Рассчитываю на, конечно, на первое место. Идея создания самого демократичного и по правилам участия и по жанрам конкурса его организаторы вынашивали не один год. В итоге появились «Балтийские таланты». Возраст участников не ограничен, впрочем, как и место их жительства. Здесь ждут и самых маленьких вокалистов и танцоров, и уже вполне взрослых артистов из всех стран Балтии. Но даже самый строгий предварительный отбор показал, одаренных ребят у нас немало. А вот сценических площадок, где они могли бы показать себя, явно не хватает. Мы сделали такой конкурс более демократичным, с наименьшими затратами для участников. И в связи с этим наибольшее количество участников, как танцоров, так и певцов, могут принять участие, показать свои таланты. И для этого мы пригласили в жюри самых талантливейших музыкантов, артистов, самых интересных людей, которых я знаю, для того, чтобы они оценили артистов, чтобы они могли дальше их продвигать и помочь им развиваться. За этими призами стоит нелегкая работа, и еще больше предстоит впереди, считает член жюри Ольга Пирекс. Причем детям доказывать свое право выступать на сцене перед публикой приходится даже гораздо больше, чем взрослым исполнителям. Популярность в этом возрасте – товар скоропортящийся. Она может закончиться буквально через год, потому что дети есть дети, они через год взрослеют, у них меняются и голоса, и они меняются, растут, взрослеют. Поэтому я говорю, что каждый год практически нужно, так сказать, и себе доказать, и другим показать, что ты действительно этим очень увлечен. Оценивать буду строго, но справедливо, пообещала Ольга Пирекс. Знали бы вы, через какие комиссии и худсоветы я прошла в свое время, воскликнула первая в Латвии к джаз-леди от отправляясь в зал. Никаких скидок, разве что на возраст, не собирались делать и другие члены жюри. Сами критерии, они очень похожие, как у взрослых. Профессионализм, это аура, говорится, ну, способность заставить слушать. Немножко меньше я смотрю на шоу. Шоу я, для меня оно должно быть органично, там, допустим, даже если вы там скорчили лицо или подняли руки в эмоциональном каком-то подъеме, это для меня намного лучше, чем вы там прыгнете, не знаю, наверх. По правде говоря, дети относятся к участию в конкурсах гораздо проще и естественнее, чем взрослые. Они меньше всего думают об оценках жюри, а просто делают то, что любят делать больше всего на свете – танцуют и поют от души. Даже небольшие технические накладки, которые случаются на таких мероприятиях, не могут сбить их жизнерадостный настрой. Поставьте, пожалуйста, песню «Африка». Умение выдерживать подобные испытания, не терять присутствие духа – одно из обязательных качеств конкурсанта. Бойцовский характер – это тоже талант, как красивый голос и природная пластика, внушают родители маленьким артистам. Но стоя за кулисами, переживают больше, чем детям. Каждый раз волнение присутствует. Мне кажется, что, наверное, мама больше переживает. Ну, судя по тому, что дети не более такие активные, такие, а мама вот как-то вот вдруг что-то не получится. Я всегда говорю, надо улыбаться. Награда за родительские волнения участникам конкурса была обещана достойная. Помимо памятных призов, победители получили приглашение для участия в творческих фестивалях в Литве, Эстонии и Польше. Ну а Латвия ждет юных талантов в следующем году. Татьяна Коваленко, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. И последнее на сегодня. Первый снег выпал вчера утром в Даугавпилсе и Скривере. А в четверг снег уже ожидается по всей территории страны. Хотя в ближайшие дни температура будет удерживаться выше нулевой отметки и даже достигнет в отдельных районах 9-11 градусов тепла, северный ветер все же и свое дело сделает. Во второй половине недели ожидается метель при скорости ветра до 22 метров в секунду.
Температура воздуха резко понизится и на востоке страны достигнет минус 12 градусов. Легче всего похолодание, наверное, перенесут жители Латгалии, которые уже морально готовы.